как всегда, аутентичность, которую Дидора показывает, вот эту индивидуальность, уникальность, и то, как она сочетает современные вот эти детали с нашим местным колоритом. У нее есть свой очень уникальный стиль, она тонко чувствует тренды, и уникальный стиль она совмещает с этими трендами и превозносит вот этот узбекский колорит чепанов, халатов, костюмов и платьев. Это, конечно, не может не восхищать. Зельдора Касымова – это просто настолько требовательный по отношению к себе человек. Это здорово, потому что она профессионал своего дела, и к тому, как она относится к своему делу, она супер крутой дизайнер, но она еще занимается своим маркетингом. Вот ее пиалушечки эти, как можно было из одной просто обычной пиалушечки сделать себе бренд, да, и его просто разнести по всему миру. Очень многие, даже я сама, когда одеваю эти футболочки с этими маленькими пиалушечками, настолько за границей даже люди именно на это обращают внимание, говорят, откуда у тебя это? Я говорю, да, у нас есть такая Дельдора Касымова, которая создает просто уникальные вещи. Во-первых, я поздравляю Дельдоры с открытием второго магазина. И для меня, знаете, обязательно важнее, чтобы все творческие дизайнеры развивались. Без развития ничего не получится. Нужно и развиваться, и работать, и вдохновляться, и выходить из зоны комфорта. У каждого дизайнера должен быть почерк. Особенность Дельдоры – это ее личная ДНК и почерк. Хочу сказать, что у нас есть зарубежные гости, прилетели поддержать свои наши друзья, клиенты. Каждому спасибо. С вашего позволения хочу пригласить и рассказать чуток про концепцию именно нашего магазина в сети Молли. Здесь будет больше концептуальная история, больше коллаборации. Вы можете увидеть очень много интересных, очень много друзей бренда. Одна из них моя уже давнейшая подруга Кома. У нас тоже вот третья коллаборация. Да, и еще одна Тамуна. Это наш поддержатель с индийскими брендами, наша коллаборация. Это первые мои зарубежные коллаборации. И самый долгожданный мой проект – это вот бренд Арабхановый. Поддержи. Тоже прилетела Хадижа. Дорогие гости, всем большое спасибо, что вы сегодня с нами. Дельдора очень нервничала, переживала, очень долгое время готовилась к этому открытию. Спасибо, что все поддержали. Надеюсь, все наши коллаборации и все вам понравится. Мы всех вас любим. Спасибо, что пришли. Добрый вечер, дорогие гости. Дельдора, спасибо тебе большое за приглашение. Как сказать, я 10 лет живу в Казахстане, и благодаря Visa Fashion Week Алматы и благодаря Балке я оказалась в Узбекистане. Я поражаюсь, я просто в шоке от вашей культуры, этники, ручной работы. И всем говорю, моим грузинским дизайнерам, что первый раз я увидела настоящий от кутюр, и настоящий от кутюр я увидела в Узбекистане. Дельдора, ты очень талантливая. Я желаю тебе, чтобы твое творчество ты показывала не только бывшей СНГ, чтобы мы все прилетели в Париж посмотреть твой показ от кутюр. И этот день обязательно
будет и наступит. Кома, спасибо тебе большое. Спасибо всем большое за гостеприимство. И еще раз я хочу выразить свою благодарность. Баука, спасибо тебе большое за продвижение, за поддержку грузинских дизайнеров. Иначе я бы здесь не оказалась. Благодарю. Ну, вообще, мы с Дильдорой знакомы уже 10 лет, и мне очень нравится ее творчество, и как она работает с Сюзанне, как она работает с Икатом. Это восторг. И мне очень нравится, как она оформила бутик. Все вот чувствуется вот ее рука и чувствуются детали. Поэтому я только желаю Дильдоре успехов и процветания. Мы все любим Дильдору Касымову. Вот у меня чапан Дильдоры Касымову. Ношу с удовольствием, поэтому я считаю, что она большая молодец. Если она открывается, значит, есть большой спрос к ее вещам. Творчество Дильдоры всегда это что-то очень яркое, красивое. Всегда завораживает. Очень я люблю ее коллекцию, ее всегда показы. Очень мне нравится. Меня очень в ней зацепило уже много лет назад то, что все изделия делаются ручной работой, что каждое изделие очень такое эксклюзивное и подобного ты не найдешь в городе. И вообще в целом, не только у нас в городе, и вообще в целом очень люблю ее бренд, очень ценю, дружу, люблю прям вот так вот. Мне кажется, это вполне логичный шаг вперед, потому что, ну, во-первых, открылся Tashkent City Mall, и очень здорово, что локальные бренды наравне с международными брендами продаются для локальных жителей. У Дильдоры уже не первое красивое пространство, которое оформлено с вниманием к Узбекистану и всему тому, что это делают. Поэтому, да, очень здорово, что у нас в городе есть еще одно красивое место. В целом, в Узбекистане достаточно много сильных дизайнеров, которые работают в этническом направлении. И Дильдора одна из немногих дизайнеров, которая является первооткрывателем такого микса этники с европейским подходом, с европейскими силуэтами, что, мне кажется, выводит Узбекистан и открывает дорогу новым дизайнерам на совершенно новый уровень и показывает им то, как можно работать. Получается, в декабре был первое открытие флагманского бутика. Мы этот же дизайн адаптировали, так как мы в дальнейшем хотим делать франшизу на свой бренд. Очень интересно получилось. Это как бы мой первый опыт с молом.
До этого у нас были шоурумы флагманские, и это получается на массу, на разного, можно сказать, уровня людей. Самые-самые такие моменты, которые размерные сетки и детали больше делать, это нам чуть-чуть сложно, так как я очень творческий человек, но мы это все преодолели, команду набрали специальных людей и, надеюсь, справились.